Все работает. Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими активистами партии «Единая Россия» осмотрели санитарные комнаты в 11-й гимназии. Здесь сделали косметический ремонт и произвели замену сантехнического оборудования. Да, не так было красное, что-то не меняли. Да, они для мальчишек 11 лет. Ну, хорошо, для мальчишек. Чисто, нормально, но... В учебном учреждении отремонтировали 4 туалета. Работы проходили осенью прошлого года и закончились в декабре. Гимназии уделяют большое внимание, ведь здесь обучается 1241 школьник. Ребята занимаются в две смены. Я в этой школе сама работаю 26 лет. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы у нас тоже было красиво, современно, модно, в тех условиях, в которых есть. Потому что у нас замечательный педагогический коллектив, 50 человек. В ходе инспекции посетили и Одинцовскую гимназию номер 4. Здесь планируют создать медиа-центр на базе библиотечных помещений, которые еще надо будет дооснастить аппаратурой. Соответственно, здесь как читальный зал не только вот с книгами, да, но и с компьютерами будет работать. Вот. Ну и будем дооснащать дальше хранилище. Депутаты-единороссы передали новые книги для школьников. В 4-й гимназии есть еще одно помещение, которое предназначено для библиотечного фонда. Совсем скоро его оборудуют дополнительными стеллажами. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».